Пожаловать на видеопрезентацию продукции Сил Эксперт. Сегодня мы покажем, как обеспечить защиту трубопровода от коррозии с помощью петролатумной ленты и стекловолоконной ремонтной ленты RapSeal Plus. Данный метод обычно применяется для антикоррозионной защиты определенного участка трубопровода за счет наложения неотверждаемой петролатумной ленты и последующей обмотки пропитанной полиуретаном стекловолоконной лентой, устойчивой к внешним воздействиям. Для начала очистите поверхность трубы, используя для этой цели ручную проволочную щетку и шлифовальную ленту. Удалите все загрязнения, ржавчину и прочие посторонние вещества в соответствии со стандартом очистки ручным инструментом SSPCST2. На начальном витке уложите петролатумную ленту в два слоя, далее продолжайте обматывать по спирали, соблюдая нахлест 50%. Следите за тем, чтобы обмотка осуществлялась с достаточным натяжением, необходимым для равномерного обжатия, но не растягивайте ленту. По окончании одного рулона ленты следующий должен укладываться с нахлестом 50% по отношению к предыдущему, разгладьте конец нового рулона, чтобы обеспечить ровный стык с имеющейся обмоткой. Продолжайте обматывать по спирали, соблюдая нахлест 50%, до полного завершения работы. Откройте упаковку со стекловолоконной ремонтной лентой RapSeal Plus и начните обматывать ее вокруг трубы примерно за 100 мм до начала петролатумной обмотки. Оборачивая трубу стекловолоконной лентой RapSeal Plus, обильно смачивайте ее водой с помощью пульверизатора. На начальном витке уложите ленту в два слоя, далее продолжайте обматывать по спирали, соблюдая нахлест 50%. Следите за тем, чтобы обмотка осуществлялась с достаточным натяжением, необходимым для равномерного обжатия, но не растягивайте ленту. Смочите латексные перчатки в воде. С усилием разгладьте поверхность быстрыми последовательными движениями во всех направлениях, чтобы устранить воздушные пузыри, оставшиеся в смоле. По окончании одного рулона ленты следующий должен укладываться с нахлестом 50% по отношению к предыдущему. Продолжайте обматывать по спирали, соблюдая нахлест 50%, до полного завершения работы. Срок жизнеспособности каждого рулона стекловолоконной ремонтной ленты RapSeal Plus составляет около 30 секунд, при температуре поверхности трубы 30 Цельсия. Более подробная информация о нашей продукции представлена на сайте silexpert.com.